Ну что-то я не могу. А вдруг она нам не рада будет? Мне кажется, мы совершенно понапрасну волнуемся. Она очень даже хорошая девочка. А я и не говорю, что она плохая девочка. Она первый день в школе в нашем классе, а мы уже пришли звать ее в поход. Не считаешь ли ты, что она будет весьма смущена? Мы без хорошего знакомства, тем более без приглашения, пришли к ней домой. Нет, я так не считаю. Мне она показалась очень хорошей и дружелюбной девочкой. И я думаю, что она будет очень рада познакомиться с нами поближе. Очень надеюсь, что мы будем хорошими подругами. Ну не зря же мы столько всего купили с собой в поход. Она очень обрадуется. Вот если бы я была на ее месте, я бы безумно обрадовалась, если бы ко мне заглянули в гости мои новые одноклассники. Это такая шикарная поддержка. Я думаю, ей этого не хватает. Давай, стучи. Эх, ладно, была не была. Постучу. Ну, что там? Ничего, пока тишина. Еще раз постучи. Хорошо. Никто не отвечает. Таня, давай тогда вдвоем пойдем в поход. Нет, это как-то неправильно. Мы все купили для похода. Нужно будет обязательно ее позвать. Хорошо, давай тогда дальше будем стоять. О-о-о. Аня, привет! Это мы, твои одноклассницы новые, Таня и Вика. Аня, открывай, не бойся. Мы пришли пригласить тебя с нами в поход, познакомимся. Ну, ты чего так прямо? А что тут такого, нормально думаю. Девочки, привет. Я очень рада, что вы ко мне пришли в гости. Ну вот. Я так и говорила, что это очень хорошая девочка. Таня, ну зачем ты так, будто я что-то плохое говорила? Извини, пожалуйста, Аня. Да нет, девочки, все в порядке. Я действительно очень рада, что вы меня так дружно приняли в свой дружный коллектив. Мне очень приятно, и я с удовольствием с вами схожу в поход. Только у мамы отпрошусь. Конечно, конечно, мы тебя подождем. Девочки, позвольте, я взгляну, что вы купили, чтобы взять то, чего нам будет не хватать. Ой, сколько всего вкусного! Какие же вы хорошие! Таня, Вика, спасибо вам. Да ладно, все нормально. Ну тогда подождите меня минуточку, я скоро вернусь. Ну вот, я не ошиблась в этой девчонке, она правда очень доброжелательная. Вот здесь, Таня, я с тобой абсолютно согласна. Она очень положительные впечатления о себе оставляет. Вот-вот. Девочки, мне мама разрешила с вами пойти. Вы меня, пожалуйста, подождите еще немножечко. Я возьму с собой каких-нибудь вкусняшек, напитки, и мы пойдем, а то мне неудобно. Поход будет отличным.